Каждый год родители убивают более 200 детей. Желание скрыть беременность, страх порицания окружающих при отказе от ребенка, да и многие другие причины толкают женщину избавиться от малыша. Но предотвратить страшные преступления и дать надежду оставленным детям помогают так называемые «окна жизни». 14 января около 6 вечера в Ставропольской краевой детской клинической больнице раздался сигнал. В бэби-боксе врачи обнаружили первого младенца. Ситуацию прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты населения. Ребеночек здоров, как по заключению медиков, вполне здоровый. И на сегодняшний день как раз производится процедура оформления ребенка через органы опеки и попечительства. Правда, через некоторое время мать вернулась за младенцем. Но забрать малыша теперь не так просто. Юридически отказ от ребенка не оформлен, и поэтому забрать мальчика можно. Но теперь женщине придется пройти генетическую экспертизу, чтобы доказать свое материнство. А пока судьбу малыша решают органы социальной опеки. Решение о том, все-таки приобретать и размещать бэби-бокс на территории края, было принято после того, как прозвучала фраза «даже если мы спасем одну жизнь», то все расходы, которые мы потратим на приобретение этих устройств, они себя оправдают. Вот на сегодняшний день мы уже, считайте, спасли эту жизнь. Юлия Романова, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».